Алоха, тарарищи, с вами я, Антон Фессер. Перед началом видаться советую вам подписаться на группу Корабль SPB Trekkers. Ссылка будет в описании. Она не по одному сериалу, фильму, мультсериалу. Она по всей франшизе «Звездный путь». В ней вы найдете кучу постов, вы можете сами создавать посты. Здесь мы живем, существуем каждый день. Празднуем актеров, сценаристов, тех, кто причастны, создатели еще серии, когда они появились. И самих членов экипажа. Пожалуйста, вступите, я вам приказываю. В ней множество рубрик. Вы пообщаетесь с трекерами, как вы, с фанатами, любителями Звездного пути, с офицерами. Найдете своих новых друзей. Новые приключения. Поход туда, куда не ступала нога человека. А теперь к видео. И это снято при поддержке SPB Trekkers. Спасибо им большое. Начинаем! С вами я, Антон Фестер. И две редкие фигурки, я их открывать не буду. Начнем мы с Пикарда, потому что он капитан, главный персонаж. Только 15 тысяч копий, так он выглядит сверху. Потертая коробка жизни. Хорошо, 21 год, это выпустит через десятилетие следующее поколение, когда оно и началось. Если мы видим слоган, только две в редкой серии. Можно сказать, мили коллекция собрана, я их не буду, здесь написано, его интересы, ранг, капитан. Интересы у него драма, археология, астрофизика, вид. Человек, командир, звездный, капитан. Я его не буду открывать, потому что я в будущем хочу получить автограф Патрика Стюарта на эту фигурку и на бумагу. Так он подорожает, и буду хранить себя как память. Здесь Enterprise D, надпись Star Trek. Здесь у него много аксессуаров, и даже есть эксклюзивные. Это компьютер, панель, PMATES. Так красиво все сделано в виде значка. Здесь у него лицо чуть лучше, видно отражение выводу. Фазер с лучом. Похоже на световой меч, ЗБшник скажет. У него губы такие. Серийный номер. Здесь еще десятилетие. Жан-Люк Пикард, капитан. У меня номер 5218 из 15 тысяч. Только 15 тысяч копий. Вы представьте, на миллион трекеров, которые фанатов следующего поколения. Было бы четенько, если бы у меня был номер 1707. Если кто не понял, это номер Энтерпрайза. Здесь штрих-код. Сенсионная. Обожаю. Вот он сделан с Райкером по первым двум сезонам. Райкер по второму, потому что он с бородой. Достанем его. Тут он с бородой. Хотелось бы его без бороды. По первому сезону, потому что другие версии выходили. Эксклюзивные. В одном магазине выпускали Спенсер Гифт. Командор Вильям Райкер. У него другой номер. Фазер, трикодер. Но у него есть... Нету компьютера того, как у Пикарда. Зато есть... винтовка фазерная. Вильям Райкер, штрих-код. Сверху так выглядит. Классно. Звезды повсюду. Здесь у них комбинезоны как бы. Он интересуется джазовой музыкой, хотя нет самого саксофона, инструмента, и других версиях тоже не было, жалко. Это он далее, после второго сезона, вроде таким увлекался. Первый офицер, командир, номер один. Здесь потертость, как вы видите. Эту коробку потрепала жизнь, а сами они в отличном состоянии.
очевидно. Настоящий подарок для фанатов следующего поколения. Значок этот. Сообщество. Парман Пиктерс. Дельта. Все отлично. Я очень рад. Такие классные. И очень дорогие, редкие. А если дешево, то это не указана доставка. Это должно быть указана доставка. На eBay. Номер 3367. Paymates. 9 масштаб. Что ж. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и пишите мне, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу Корабль СПБ Трекер, с вами был я, Антон Вестер. Увидимся в будущем.